Новороссийска продолжает принимать участие во всероссийском рейтинговом голосовании по отбору объектов, которые будут благоустроены в 2025 году. Сейчас на голосование вынесено 6 общественных территорий города. Бульвар по Орджоникидзе 19Б, по улице Ленина 33Г, площадь у мечети имени Фатхуль Ислам по улице Эмирова 77В, скверы по улицам Батманова 3В, у стелы памятников пограничников, членов из семей и гражданских лиц, трагически погибших 16 ноября 1996 года и по улице Назарова 1Б. Набравшие наибольшее количество голосов и объекты будут благоустроены в приоритетном порядке в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилья и городская среда». Выбрать ту или иную общественную территорию для благоустройства можно на портале 05.городсреда.ру, обратившись за помощью волонтеров, которые ждут вас на площади имени Ленина, в парке имени Халилова и у торгового центра «Зеленое яблоко». На сегодняшний день волонтеры также продолжают работу по оказанию помощи в прохождении процедуры голосования студентам и школьникам, достигшим 14 лет.